Выездной круглый стол на тему импортозамещения продуктов питания, прошедший в Федеральном научном центре овощеводства в поселке Внеисок, организовали в рамках нового проекта «Единой России. Выбирай свое». Перед совещанием участники круглого стола осмотрели тепличный комплекс и центр доработки семян. Главной темой круглого стола стало обсуждение законодательного обеспечения развития отечественного семеневодства и импортозамещения в сфере аграрно-промышленного комплекса, рассказал директор центра депутат окружного совета депутатов Алексей Солдатенко.